Я до представників преси. Зараз перерва. Перерва. Судового засідання немає. Тому прошу всіх вимкнути всі свої онлайн-мови. Я курю лишу. Перерыв на перекур можно, да? Дякую. Ничего не слышно. Ну да, вообще ничего не слышно. Не то, что не слышно. Шепчут такое впечатление, чтобы вообще никто ничего не слышал. Ну, в общем, ребята, без... Это четвертый, да, адвокат отсутствует у него. Угу. Без четвертого адвоката, значит, он не хочет, чтобы рассматривали его дело. Конечно. Ну, понятно. Вот. Сейчас суд удалился на 5 минут перерыв. Вот, они решают, рассматривать клопотание или не рассматривать. Вот так вот пока. Много чего, не только вам не слышно, даже и нам здесь присутствующим не слышно. Вот, сейчас мы на перекурчик выйдем и обратно вернемся.
слышим, что оголосят. Нет, туда, Тань. Кто только к нам присоединился, значит, объясню, повторюсь. Значит, это Запорожье, апелляционный суд. Значит, это продолжение дела Сармата. Вот, Виталия Олешко, которого наемные убийцы убили в Бердянске, застрелили нагло во дворе. Вот. Дайте у сигарету. Жены на глазах. Да, у жены, у ребенка, у его друзей на глазах. Вот. Значит, одного из организаторов, значит, на данном этапе сейчас вот это рассматривают клопотание, которое они подали, он подал со своим адвокатом, даже не с одним, а с четырьмя адвокатами. Вот, задержано, я даже, честно говоря, не знаю, там много, да, людей задержано? Да. По-моему, в первый день трое, да, задержано? Трое, в первый день трое. Потом этот задержан, и еще кто-то задержан. В общем, целая группировка, можно сказать, у них тут была. И разрабатывала план его убийства. Вот. Ну а сейчас, значит, адвокаты одного из этих организаторов убийства хотят, чтобы он вышел на свободу. Вот, был под домашним арестом, или я не знаю, как они там его пытаться будут. Ну, это, конечно, бредово звучит. Вот. Ну, в общем, под залог, чтобы выпустили, и человек был на свободе до завершения этого дела. Потому что дело еще, как говорится, рассматривается, и помимо организаторов еще, естественно, будут искать и заказчиков. В общем, вот такая вот фигня происходит. Вот. Активные люди, журналисты поприходили, значит, чтобы не допустить этого. То, что люди, которые украли, извините меня, штору или украли у кого-то курицу, сидят. За елку. Улегают из-за Сармата, вот. Да? А здесь человека убили, наемные убийцы. Под домашний арест, под залог. Это, ну, вообще-то мы как живем, знаете, такое впечатление, мы живем в дурдоме. Я не знаю. Да, это точно. Да, скажи. Да, да. Мы живем в дурдоме. Так что. Сыр. Погодка наладилась у нас в Запорожье. Солнечно. Да. Ну, я думаю, сейчас суд перенесут. Конечно, перенесут. Потому что раз они начали поднимать вопрос, что без четвертого адвоката типа невозможно рассматривать клопотание, я думаю, что сейчас перенесут. Ну что, докуриваем, да пошли. Не начали? Перенесли на 3 января. А, перенесли, уже вышли? А, ну все, туда. Прервана обид. Так, ну. Предварительно узнали, сейчас еще поднимемся. Пообщаемся там. Ну куда ж вы без меня пойдете?
Да, и мы будем сподеваться, что, не знаю, как-то справедливость. Покишу. Ты погнал? Да, я с Таней попрощалась. Давай. Перенесли на когда? На 3-е, да? Да, января? 3 января на 11 утра. Короче, когда все гулять будут, поразъезжаются. Я думаю, это задумано так. Это было еще завтра дискотека. Не, ну на 3-е число это. Завтра 31-е. Дуристика. Ужасно нервничаю, это просто какой-то кошмар. А еду я видела последний раз в сентябре месяце, вернее не последний, а первый и последний раз. Сегодня я видела его второй раз в своей жизни вообще. Я видела его, когда я ребенка везла в сентябре, числа 8-9 сентября с больницы. Мы проходили врачи, и на перекрестке его заведения, то есть, не знаю, как он называется, он с Валентировым, Валентиров сидел в машине, а Сигида стоял возле машины, и он выскочил на дорогу, увидев мою машину, выскочил на дорогу и глазами провел нас до перекрестка и до того, как мы с дочкой завернули, что даже дочка обратила внимание, спросила: мама, почему дядя выскочил на дорогу? То есть она вообще думала, что может он там под колеса бросается. Это был первый раз, когда я видела Сигиду. И сегодня был второй раз. Ну а под заседание я, правда, даже нету слов. То есть настолько все. И зала заседания вы попросили на 10 минут, а мы, наверное, провели все полчаса. Почему такое отношение? Почему он нагло себя ведет? Он уверен, я думаю, что он уверен, что его сегодня вы отпустили. Эти адвокаты, ну, это просто какой-то кошмар, в какой стране мы живем. То есть ваше опасение главное, что его могут все-таки отпустить, да, но боитесь? Да, я боюсь, я даже боюсь за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Если он тогда безнаказанно выскакивал на машину, то есть он знал, он причастен, он, я больше чем, ну, я не то что уверена, на 1000% он, то есть есть организатор и посредник между Валентированным и Валентированным Пономаревым, он. И Матюшиным, и Обуховым, ну и всеми остальными этой пятерки. Ты сейчас все-таки уверена в том, что за ним стоят депутаты? Абсолютно уверена в этом. Валентиров, Пономарев и Брыль. А почему? Вот, почему именно они? Почему? Были у них какие-то связи, им известно о их связи? Они же не скрывали в сетях, что они вместе. Они все время вместе. Валентиров, вам я еще раз повторяю, что я видела их. Или 8 или 9 сентября. Валентиров сидел в машине, а Сигида вышел из машины и, то есть, увидев машину, он глазами провел и даже вышел на дорогу.
Угу. О чем это говорит? О том, что он не причастен? Я говорю, это был первый раз, что я видела. Сигиду мы до этого с Виталиком не видели, не знали вообще о существовании его, вообще не знали. Угу. А о том, что видели Валентирова Сигиду в маршрутке, тоже неизвестно, да? Что нам об этом известно? Ну, тоже говорят, что... Ну, известно, что они дружили. В соцсетях куча фотографий жены Валентирова, Валентирова и Сигиды. Была же куча информации о том, что они вместе, они общались, они дружили. Ну, и в Мохито они их видели, как бы много людей видело их в Мохито. Угу. А сейчас вот Валентиров, он говорит, что ничего не связано. А что он будет говорить? Он же будет говорить, что он не связан с Сигидой. И, может, возможно, вообще никогда его не видел. Хорошо, второй вопрос. Почему Мохито никогда никто не трогал? Музыка у них там до утра играет в центре. Все неоднократно жители обращались. То есть полиция не обращала вообще на заявления никаких реакций со стороны правоохранителей и даже того же Чепурного. К Чепурному тоже приходили на сессии и просили, чтобы Мохито закрыли. Но никто его не закрывал. Всех устраивало. Сегодня... По всей видимости, должны что-то решать с Ломахой и Обуховым. Да, нет, вот какая информация была? Я думаю, да, наверное, да, потому что тоже должны быть заседания по ним сегодня. А по ним что вы думаете, вот какие предположения? Будут их добиваться защита, чтобы... Ну, раз апелляция, значит, наверное, будут тоже добиваться, чтобы их отпустили, наверное. Апелляцию же после апелляцию подают уже после судов. Не знаю даже. А про этого Бродского Евгения вам ничего не было известно? Нет. Угу. Как и про Сигиду, в общем-то. Угу. Я никогда ни Бродского мы не видели, не знали. Точно так же, как и за Сигиду. Угу. Спасибо большое, пожалуйста. Нам только сказать. Так, ребят, я побежал туда. Спасибо. Да, за что там спасибо. Танюш, держитесь. Понял. Так, ребят, ну, в общем, такая ситуация. Кто не слышал, значит, еще раз повторюсь, это был апелляционный суд города Запорожья. Значит, рассматривается клопотание одного из организаторов убийства Сармата. Вот, только что интервью давала Татьяна, это жена его, погибшего Виталия. Вот. Ну, они, значит, выставляют адвокаты этого заказчика, организатора убийства Клопотани, чтобы его, значит, отпустили под залог. Ну, естественно, мы знаем, что после залога бывают люди выходят и, тем более в таких громких делах, просто исчезают потом. Вот. Ну, теперь суд, значит, перенесли на 3 января. Вот. 3 января, естественно, все, по большей части, люди гуляют, отмечают Новый год, разъезжаются кто куда. Поэтому, я думаю, так оно задумано, чтобы поменьше было активных людей, присутствовало на суде. Ну и впоследствии потом, значит, вынести решение, которое им надо будет. Это будет, конечно, очень ужасно и непонятно, если этого человека отпустят под залог, и он будет на свободе. Людей за мелкие, как говорится, преступления, мелкие нарушения садят, и они сидят до суда. А здесь вот, ну, короче, я же говорю, мы живем в очень страшное, как говорится, время у нас сейчас. Везде беззаконие, бесправие,
Вот. Кто смотрел изначально, как говорится, все стримы, я очень был удивлен, когда увидел в таком громком деле присутствие прокурора, которая прокурорша, это продажная крошка, это я говорю с уверенностью, потому что я попал лично и моя семья под их жернова. Вот. Это те люди, которые сфабриковывают дела, а потом начинают с предпринимателей требовать громаднейшие суммы, вымогать взяток за возврат товаров, которые они взимают для, за снятие ареста, вот, которые накладывают на технику и на все остальное. Вот. Ну, короче, это коррумпированные товарищи, которые, ну, они должны, не выходя из зала, их должны сразу арестовывать и дальше, как говорится, уже против них возбуждать дела. А они сидят еще, как говорится, прокурорничают. В общем, вот такие вот дела. Я думаю, в ближайшем будущем, если власть в правильную сторону поменяется, то эти все люди будут отвечать за свои содеяния, которые они делали на протяжении вот этих вот 5 лет. Так, ну всем спасибо. Делитесь видео, делайте его резонансным. Я думаю, кто будет 3 числа, выходные, то, пожалуйста, смотрите анонсы. Я, честно говоря, забыл спросить, во сколько будет 3 числа. 3 января будет суд, вот, который перенесли. Ну и если по возможности сможете, приходите, час-два своего времени потерять, ну, поддержать, как говорится, семью погибшего, ну, мы просто обязаны. Никто не имел права его убивать. Что бы он ни делал, но его не имели права убивать. Это мое мнение. Все, всем до побачення.